Далі будемо говорити про красиві, професійні, ідеальні кадри. Прямо зараз з нами у студії український модійний фотограф Вадим Яцун, який цього року, 2020-го, став за версією Європейської міжнародної асоціації фотографів фотографом року. Вітаємо з нагородою! Вітаємо і доброго ранку! Доброго ранку! З кадру починається ранок фотографа, чи як? Починається ранок фотографа. Так завжди з кофі. О, Боже, зачем просипатися? Так же було хорошо. А часто прокидаєтесь прямо там, не знаю, о 4-й, о 5-й, фотосесії зранку часто бувають? Щастю, ні, всі хочуть виглядати хорошо, тому, звісно, попозже, після обіду, краще к вечору. А ще частіше після якихось таких вечірніх івентів зіркових хочеться поспати? Ну, в принципе, все стараются как-то более-менее правильно организовывать свой тайминг и, по крайней мере, вечер проводить, ну, соответственно, того, как должна выглядеть фотосессия на следующий день. А от потім виходите на вулицю, от у вас, ви вже випили свою чашечку кави, і потім дивитеся на людей, зустрічаєте обличчя і думаєте, боже, така цікава зовнішність, або думаєте, от тобі треба, тебе треба знімати з того ракурсу. Буває таке професійне чи ні? Вначале, або тебе краще зараз не знімати. Буває, взагалі може не знімати. Це правда. Таке буває, на самом деле, вначале. Когда учишься снимать, то очень долгое время ты смотришь на людей с точки зрения того, свет, о боже, а здесь отфотошопить, а здесь вот так, а здесь, ну потом попускай. Просто идешь, людина, тебя бы сейчас, господи мой, отфотошопить, так? Буває в житті таке? Буває, буває, абсолютно правда. Коли ви на якихось таких зіркових івентах, все, там, кадр, от насправді дуже велика різниця між отими ісходниками російського, да. Так? І, власне, вже отим кадром, коли прийшов ретуш, все професійно, і коли, наприклад, прийшла зірка, все топчик такий на макіяжі, потім сфотографували, багато роботи ще сидите. Всегда, я скажу честно и откровенно, всегда работы достаточно много, потому что артист, я всегда говорю, это синтетический продукт, он это продукт искусства, да, поэтому все равно мы все с вами несовершенны, да, есть особенности, тем более часто фотографии артистов печатаются на очень больших бордах, и видно каждую пору, каждую клеточку, поэтому даже там несовершенство там между ресничками, настолько мелко там бровка легла в другую сторону, именно в этом плане действительно очень много работы, потому что приходится доводить такие очень мелкие детали, которые не видно невооруженным взглядом, до совершенства. С кем от прямо так любите працювати и так одразу, над кем роботи найменше, або це приносить найбільше задоволення? Мабуть, сам процес зйомки. Честно, с моделями. Понятное дело, потому что все-таки артисты прекрасно, но все равно каждый артист это, ну скажем, зацементировавшийся образ определенный. Да, и достаточно сложно их переделывать, что-то убалтывать. Есть, а модель это холст, да, то есть это человек, который всегда, который не разговаривает. Ее не спрашивают. Это идеально. Он не разговаривает просто. Ее холст фотошопит, и не разговаривает. Ну, у нас же правда тут, тому я кажу правду, як є. Клас, це дуже круто, насправді. Але загалом, так, в якому стилі більше подобається працювати? Я розумію, що там є різні проекти, якщо там, ну, можливо, гарно за нього заплатять, то ти розумієш, що можна за щось взятися. За деньги ми любимо всіх. А для душі що найбільше подобається? Для душі я люблю робити, звісно, достатньо сложне, з сложним технічним світом, так, щоб кожна зйомка – іспитання, так, щоб, знаєш, я через не знаю, воду, болото. Да, я не знаю, как это делать, как это пережить. То есть вот люблю сложности, люблю создавать какие-то проекты, которых еще не делал. А съемки у студии чи студийные? Больше студийные люблю, потому что студия – это всегда возможности. Всегда ты сам решаешь, что будет, какая будет погода в студии, какой будет свет, какое настроение. Ты всегда все решаешь самостоятельно. Сколько лет в этой профессии? Так, я вообще-то фотограф со стажем. Сколько? Ой, наверное, ну, может, 7-8 лет, но я всегда так против этих штук. Знаете почему? Потому что многие пишут о аккаунтах, там, фотограф, там, 9 лет. Это ничего не решает глобально. А насправді ось така фотографія і листочки. Да. Знаєте, це, знаєте, як шкільні фотографії, коли там на фоні якогось лісу просто ось клас поставили у твіттер. Це правда. Ну, тому що, реально, це нічого не решает. Можна бути мега-талантливим чоловіком, який за год зробив нереальний старт, а можна займатися 20 лет і робити... І робить, який толерантний. А от в Україні конкуренція є така прямо сильна? Багато талановитих фотографів? Ні, безусловно, є, звісно, є поле конкуренції для роботи. Чого нет індустрії.
ни фотографии, ни легкой промышленности. То есть, да, понятно, нет индустрии в глобальном понятии этого смысла. От этого, естественно, рынок меньше, денег меньше, естественно, проекты меньше сами по масштабу. Это правда, ну тут никуда не деться. Но конкуренция есть, есть талантливые люди, которые хотят что-то все время делать. Є таке в Україні, що фотографи один одним надихаються, як це красиво. Ну, я не скажу, нет. Злизали фотографії, да. Надихнувся аккуратно вашими стырит, роботами. Да? Ну, может быть, оно где-то есть, но я, во-первых, наверное, я еще пока там, скажем, не долез до такого масштаба и уровня, чтобы там втырили прям мои фотки. Вот. А второе, это то, что, в принципе, все равно наш рынок старается вдохновляться больше европейской какой-то эстетикой. А Европа чи Америка? Наверное, Европа. Европа сейчас трендсеттер, Америка, она всегда была такая более голливудская, правильная, вылизанная и все остальное. Сейчас тренд все-таки, тренд на натуральность, естественность, и вот эта вся такая специфика картинки, она приходит из Европы больше оттуда, я бы сказала. Якби зараз у кожного є смартфон. От наскільки зараз кожен може зробити там селфі, щось зняти, а-ля фотограф. Фігнятося. Наскільки обесцінюється у людей загалом? Обесцінюється. Безусловно, обесцінюється, к сожалению. Всі думають, та що там от це, що на кнопку нажимаєш, що це рішає взагалі, ці ваші фотографи? Безусловно, можливості купити фотоапарат, опять-таки, не кожен, хто купив, завжди, не кожен, хто купив скальпель, уже хірург. Да? Поэтому точно так же з фотоапаратом. А що? Це одно і то же, на самом деле. Тому що професія, ну как не одно и то же, но в принципе это профессия. Але кожен має займатися да, своєю справою. Безусловно. Поэтому давайте не обесценивать труд, господа, в какую камеру не знаю говорить. Качіть усі одразу. Не обесценюємо труд. Насправді, якщо зараз ми собі уявили, заплющили очі, карантину немає, то все наш страшний сон. Яка країна прямо зараз зірвався, взяв фотоапарат і полетів десь знімати? Когось щось улюблена, от просто місце сили. Ні, для мене це Венеція. Почому-то Венеція. А чому Венеція? Не знаю, так хорошо там, так спокійно, чудесно, значить, водичка, тут вот как-то архітектура, там, ну вот, там мені там очень хорошо. Чи працюєте на якихось там корпоративах, весіллях? Никогда. Не потому, что это недостойно моего великого фотоаппарата и пера. Моего великого пера и фотоаппарата. Да, а потому что, ну, каждый занимается своей работой, есть понятие как репортажный фотограф, а есть там художественная фотография. Так вот, я вообще не о репортажной фотографии, я ее буду делать бездарно. Поэтому зачем забирать деньги у тех, мало, кто делает да, это талантливо? Мало, тату, ставьте, пожалуйста, да. Я вас фотографую, розплющте очі. Да. Все, и поїхали. А от у подорожах фотографуєте? Нет, я очень, кстати, долгое время, до того времени, пока не начал вести свой YouTube-канал, вообще я не хотел ничего ни фотографировать, ни снимать, ни констатировать, потому что, ну, не потому что, ну, как-то то ли устаешь от работы, то ли я не знаю, почему так происходит, но нет желания, все-таки я считаю, что главный фотоаппарат вот здесь, и нужно наслаждаться моментом здесь и сейчас, телефоны в сторону, все в сторону. Но понимаешь, что век социальных сетей, нужно все равно что-то постить, чтобы люди понимали, что ты не умер, в конце концов. И как бы, ну, это все равно надо понты гонять, это нормальная тема, да, это как бы никуда от этого не деться, поэтому надо периодически там что-то рассказывать. Вот смотрите, я просто в комнате и просто сфотографував что-то там, но это уже просто фирма. Что фотографував на карантине? Кого? Что? Мы понимаем, что зірки там Полякова позапускала 44 прямих ефірів в день по 2 години, умовно. Всі чимось займалися, щось робили, аби от всі знали, що не помер. Були зйомки по фейстайму. Один раз пробував, да, грешен. Получилось все хорошо. Значить, раз. Второй запустил YouTube-канал, наконец-то взялся, потому что надо было что-то делать, чтобы все наконец-то поняли, что я не умер все-таки в этот период. И снимал, пробовал сделать проект на самозаточении, просто вот не студия в квартире, но сделать проект такой, который опубликуют в журнале, снять съемку на минималках, вообще просто с фонариком половиной света было, сделали, такие опубликовали, сказано, сделано. Что это таки было? Что фотографовал с фонариком? А это была бьюти-съемочка. Бьюти-съемка, вытащили модель, так сказать, в условиях антисанитарии, фактически по поносу. Тихо! Правда, але що таке? Витащили модель в условиях антисанітарії з фонариком. А знаєте, в кого така уява працює? Одразу собі уявили ту зйомку. Той ліхтарик, та ту зйомку. Ні, все було дуже солідно, все було добре і правильно. Маска просто... з антисептиком? Ні, ну, звісно, ні. Там... У рукавичках? Я, знаєте, зараза к заразі. Так.
Ось ця нагорода, з якої ми стартували. Що це для вас? От просто визнання, ось це в Європі, фотограф року. 300 фотографів брали участь, 30 країн світу, а от українець виграв її. Для мене конкурси взагалі в цілому, вони для мене нужны, як і для многих людей, які займаються сферою творчества, тому що рано чи пізно зариваєшся в себе, не завжди можеш оцінити роботу свою. Да? Хочеться якоїсь оцінки зі сторони, плюс ко всьому є момент престижа определенный, это тоже очень важно. И ценно, чтобы там не говорили. Поэтому для меня это такой какой-то хороший... Ну, это приятная оценка. То есть я на этом не зацикливаюсь абсолютно, типа, ну все, после этого, значит, протираем нимб. Такого нет, потому что это, наоборот, мне кажется, после любого конкурса, после любой победы еще сложнее, потому что всегда думаешь, ну, как бы, ну, это закончилось, что дальше? Надо еще круче, еще больше. Але дає поштовх, натхнення працювати? Чи навпаки відчувається, що таке якесь затишчя і хочеться перезапуску? Скажу, що я довго вчився радуватися. Потому что как бы это огромная проблема, что как бы я все время так, ага, выиграл, ну все, капец, надо работать еще больше. Но в этом году я себя, ну так вот заставил, научился радоваться победам для того, чтобы заряжаться энергией, как раз таки вот из этого брать ресурс силы. Ты просто такий перфекціоніст, да. тому, мабуть. Так, згадував вже про YouTube-канал. Угу. Там дуже так часто якісь зашквари з зірками, аналіз фото, як позувати, що найбільше заходить людям? Сложно иногда понять, потому что все время все меняется, как бы кому как законает. В принципе, хорошо, естественно, идут и обучающие какие-то штуки, но в целом я свой контент сейчас делаю такой очень легкий, даже обучающий легкий, но делаю такой, который зайдет обычному зрителю, для того, чтобы какой-то момент образования был небольшой, да, то есть даже почему я разбираю афиши звезд у себя на канале и рассказываю, где они наэкономили, где там... Что они сделали? Не да, ничего не. Для того, чтобы люди детали понимали. Детали сделать. Да. Не потому, что я тут, знаете, хочу быть страшным человеком и критиком, а только потому, что хочу, чтобы зритель понимал, что есть хорошо, что есть плохо, да, потому что существует, вернее, отсутствует понятие культуры. У зрителя он не понимает, какая фотография крутая, а какая нет. Почему это стоит дорого, а это стоит дешево. Да и в конце концов наших артистов, так сказать, хочу кольнуть, чтобы они не экономили на своем зрителе. Так. И поэтому я достаточно, так скажу, жестоко, но справедливо рассказываю, где какая правда. З точки зору так професіонала, естетика Instagram українських зірок. В кого прям от цукерка, от прямо дивишся і клас. Немає таких. Отписка! Отписка! Просто подивився на ці фотографії. Они же в основном пластмассовые, ну серьезно. То есть, если брать топовые инстаграмы, они в основном сейчас, да, уже начали вести там сторис и все остальное. Но это же не блогеры, да, которые тут, здесь, сейчас, настоящие. Но это тоже нормально, они не должны быть, я против того, чтобы артисты были суперъестественные, такие вот. За артистом должна быть загадка, вот гаснет свет, на сцене все, его не видно, не слышно. Кто найзагадковіший из украинских? Celebrity. О, не знаю, я отписан от всех в Инстаграме. Ні, не, а чисто так реально. Не Инстаграм, а просто так прямо артист, такий образ, і от ти не дізнаєшся, що там всередині, а є такі, ну є та є. От прям сложно, мені чесно. Типу, не потому, що, ну как-то вот я не... Не хочеться. Не могу сказать, что кто-то сейчас, вот сейчас прозвучит страшная правда. Да. Я не могу сказать, что сейчас кто-то меня в украинском шоу-бизнесе прям вот так прет, что я говорю, вау, это так, это меня рвет правда, на тряпки. Да? Нет этого, к сожалению. То есть я жду какого-то прорыва. Не молодых имен, они для меня во многом очень инертные и мало яркие, мало интересные, мало артистичные. А старенькие, заскорузлые такие стали. Старенькие. Да, старенькие они становятся. Нам режиссеры подсказывают, мы тут такие собі блогери насправді будемо відвертими, коли ти зранку ввечері там вночі в прямому ефірі господи пусти, то на інстаграм часу немає. Однак нам режисер підказує, що зараз виведуть наші фотки тільки правду. Сюрприз для нас в інстаграмі. Якщо там буде видно, виводьте. Моя перша. Я не знаю, що вони взяли. А що ми повинні обсудити? Давайте це фотографії. Що це фотографія? Ну, во-первых, это для інстаграма имеет абсолютно место быть. Здесь нет никаких проблем. По свету все ок. Ви находились, значит, во время мягкого света, когда тучки. Вибрали точку, где солнышко посветит. Ты перелякана трохи, чи ні? Нормально. Ну, как бы просто это было видно, что это я вас сейчас вижу, вы сейчас гораздо лучше выглядите, вопрос не в мейке, вопрос в самоощущении. Тогда я
явно было раннее утро, просто есть легкий отек, но это, господи, ну, мелочи жизни. Ну, легкий отек. Мелочи жизни, бачишь? Все можно опять фотошопить. И так стало еще в теории. И, кстати, отек отфотошопить очень сложно. Почти нереально. У меня шансов не было. Ну, вообще все хорошо, слушайте. Я напомню, на часах сколько сейчас? 9 утра вы прекрасно выглядите. Боже, дякую. А это так сложно. Все взаємно. Саш, спасибо. Так, колега моя, далі її фотографії будуть. Що ж там за фотографії? Так, я думаю, вона переможе в будь-якому разі. Не так, потрібно. Починається от це все. Не потрібно так, покажіть, будь ласка, фото моєї колеги Олександри. Я вже думаю, одразу, там атьока ні. Атьока ні. Олександра, Олександра, понімаєте. Це такі цікаві. Вона, як це, хитрюга. Хитрюга. Во-первых, вона сфотографувалася далі. Давайте так. Мені кажуть, все прекрасно, блистательно. Там навіть, якщо є отек, то как его развидеть? То его не видно. Очень прикольно. Мне нравится композиционно, нравится свет, нравится черно-белая вся эта гамма, да. Но, понятно, хитрая, хитрая. 1-0 сходу. Просто дякую редактору за опытную фотографию. Будем прощаться мы с редактором. Так, еще хочется дізнатися. Классно, крута профессийная фотосессия. Это дорого? Всегда да. Наскільки? Будем, ну, опять-таки, цифры, давайте так, я вот не, всегда не скрываю цифры, что все стартует от $1000. Так. Это что входит? Так. Мы сейчас берем сами вообще самый минимальный пакет по времени работы фотографа, да, сюда. Саша. То есть там это там часик-два работы фотографа, там, да, это несколько фотографий в хорошей ретуши, да. Это работа, опять-таки, среднего стилиста, именно хорошего, среднего, топового. То есть мы не берем рынок нижний, да? Мы берем хорошего визажиста-парикмахера и аренду локации. В среднем это можно выйти в сумму в $1000. Ну, дальше все начинает расти в зависимости от того, какая у вас идея, насколько у вас сложный стиль, сколько вы хотите фотографий в ретаче, в каком ретаче вы хотите. Потому что ретуши рознь. И поверьте, когда вам кажется, что ретуши нет или все так натурально, как раз наоборот, часто в таких фотографиях гораздо больше работы, потому что они не делают общее размытие, да? Они сидят, переставляют место, поры с места на место. А это гораздо дольше, и гораздо сложнее. И все такое идеально, да? И при этом все очень натурально. А потом там, ну, и вот все это может расти снежным комом, прайс может быть достаточно большой. Но опять-таки, я всегда за то, что вы можете найти человека, который делает работу очень дорого, но предложить ему какую-то классную концепцию, вдохновить его, подтянуть каких-то интересных, классных людей, всегда можно наэкономить. Всегда можно наэкономить, но опять-таки дорого – это очень относительное понятие. Для кого-то $1000 – это завтрак, так. А для кого-то $1000 – это годовой так. доход. Так. І на завершення, я думаю, що усі дивилися наш ефір і просто чекали цього. Якісь поради, як класно виглядати в кадрі? Так, ну, во-первых, у меня на YouTube-канале есть видео, как позировать. Все срочно перешли, посмотрели. Вадим Яцун. Да. Вадим Яцун, да, просто Вадим по имени, фамилии. Вадим Яцун, бываем, дивимося, дівчата. Да. Второе, естественно, все должны знать свои личные особенности. Там кто-то, как вода, соль влияет на организм. Чтобы поутру, значит, так. быть хорошо и свежо, потому что это важно. Снова повертаемся до тих отеків. Что да. с ним робити? Саша. Потом, самое важное – это настроение. Не поверите. Потому что можно быть 50 раз в идеальном внешнем виде, но если ты пришел на съемку, а у тебя понурый день, то ничего не получится. Понура съемка. Да, и будет такой же, будешь в кадре стоять неживой человек. Это не работает, нужно быть всегда в тонусе. Хорошее настроение – это вообще залог всего. И даже если у меня были ситуации, когда на съемку не приехал визажист-парикмахер, что-то произошло, все валится, но позитив, и все классно получалось, никто не заметит никогда, что что-то не так. Крутяк. И наостанок еще буквально одна словечко. Найкрутіша пам'ятна така зйомка взагалі за всю історію цієї професії. От просто неможливо її забути. Одна. Одна. Наверное, с льдом, когда у меня украли фотоаппарат на этой после этой съемки, да, мы снимали с ледяными скульптурами, у нас все было так, должна была быть... И со всеми фотками фото. Со всеми. Для одного очень известного глянца. Это была девушка месяца. Ну, там все было очень пикантно. Довелося перезнимати? Да. А девушка за границей летела специально для этого. Але це досвід. Ну, это будет. И теперь ей история рассказать. Да. Все. Дякуємо вам. Спасибо вам за приємне утро. Дякуємо, до зустрічі. Будемо ще з вами позувати так, і думати, що там зустрічі. Це дуже крутий ранок. Спасибо вам. Тож, з нами у студії був дуже крутий український фотограф. Нагадаю, цього року він став кращим топовим
року фотографом за версією Європи. В Європі. Скромнічать. Що там скромнічать? Вадим Яцун, медійний фотограф.